Есть женщина, мы имени не знаем, то мама Зеведеевых сынов. Коль слышим мы о ней, то вспоминаем одно из жизней тех учеников. Когда Христос предсказывал о муках, пришло на ум ей о сынах просить. По левую и правую, чтоб руку с собой в раю он мог их посадить. «Не понимаете своих желаний», — ответил женщине тогда Христос. Она просила для детей страданий, не разумея в глубине вопрос. Увидев в ней плотские помышления, с упреком мы качаем головой. Ко славе, почестям внутри стремления не лучше ведь пример для нас с тобой. Неужто это все? Все, что мы знали о женщине? Она ж была среди тех, что никогда Христа не оставляли до самой смерти на кресте за всех. Христу служила с женщинами рядом. Он, как сыны ее, стал ей родным. Прошла Самарию, Десятиградья, от Галилеи, следуя за ним, до самой Иудеи, до той казни. Она стояла, плача у креста. Она готовила для тела масти и шла ко гробу утром неспроста, а потому что сильно возлюбила и отдала ему своих детей, семью свою как жертву положила к ногам Христа, почет как маме ей. Один из сыновей напишет книги о слове жизни, о любви, о том, что ждет нас впереди, о светлом миге прекрасной встречи с любящим Творцом. Другой пасти народ, как пастырь будет, неся Евангелие чудный свет, неся его больным, уставшим людям. За веру эту даже примет смерть. И Петр отрекся, Богу прикословил, и горячился, и хватал свой меч, но Бог на камне этом дом построил, и тысячи пришли через его речь. Да, пятна есть. История не белым написана на летописи дней. Падения и взлеты, и пробелы всего хватает, и с излишком в ней. Запоминаем чаще мы плохое, и сразу тыкнуть этим норовим. Младенцами, детьми будьте назлое, когда ж мы это в сердце поместим? Нас окружают люди, и мы люди, но не имей завышенных надежд. Мы быстро осуждаем, часто судим, раскинутых не замечаем мрежь. Как ложка дегтя, лишь одна ошибка окажется средь бочки добрых дел, а наше положение столь зыбко, то ты на троне, то уже слетел. Ошибки в людях есть, а есть коварство, что сеть для человека может плесть. Незнание ей есть просто – есть лукавство, и разница средь пятен тоже есть. Пусть Бог сам взвесит дело, пусть рассудит, чтоб становиться я судьей не смел. Не судьи мы, не нелюди, мы люди, им сотворенные для добрых дел.